Я Ларри Кинг, со мной сегодня доктор Лайтман, известный раввин, доктор философии и каббалы, профессор онтологии и доктор биокибернетики. Он опубликовал более 40 книг, переведенных на 18 языков. Спасибо за то, что вы с нами. Вы обеспокоены тем, что антисемитизм в мире обостряется? Да. Я обеспокоен, и я знаю, почему так. Мы виноваты в том, что не несем миру добрую силу. Сохраняете ли вы оптимизм? Я оптимистичен, и все же мне больно от того, что можно достичь доброй жизни для народа Израиля, для государства Израиля, для евреев в целом и вообще для всего мира, и все зависит от нас. Как же улучшить ситуацию? Начав любить друг друга. Только так. И наука Каббала объясняет, как это делать.